Некоторые парни любят женщин, другие не мыслят себя без выпивки. А кто-то любит драться. Я как раз из таких. Без побед? В чем смысл? Я знал, что однажды уйду из бокса, но я оставлю память о себе. Мне предстояло вступить в бой всей моей жизни. У тебя будет бой с Мухаммедом Али за титул! В тот вечер решалось, стану ли я легендой или очередным лузером из провинции. Нужно дать журналистам поживиться. Хочешь подраться? Ну давай, ребята! Я могу победить. Да, я знаю. Как-то вечером мне позвонил продюсер из Голливуда и рассказал, что они сняли фильм про боксера, прообразом которого стал я. Это была жизнь, о которой я мечтал. Я Чак. Я знаю, кто ты. Ты разрушил наш брак, но ты не разрушишь мою жизнь. Филлис, не уходи. Это все ты. Чак, они заработали на тебе миллиарды. А ты что получил? Ничего, кроме пустых похвал. Я дрался с величайшим боксером. Обо мне сняли один из самых легендарных фильмов. Мне есть что вспомнить. Дебошир.